Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие. В общем, есть у меня такой великий художник, ну, пока еще не великий, но уже как бы. Вот он любит что-нибудь где-нибудь порисовать, и вот он меня нарисовал. Я здесь начала мыть, как бы все отмылось, а ручка не отмывается. Думаю, дай-ка попробую старый способ, свой любимый, который я мыла. Маркер черный отмывался, да? Может, и здесь? Так, давайте берем лак для волос и попробуем побрызгать. Так. Неудобно было держать. Сейчас. Потому что вот в этом лаке обычно плохая помпочка. Вот. Видите, оно получится или нет. У меня вроде как получается, да? Все что ли? Ушло? Ушло? А ну-ка, где ты? Где ты? Вот. Да, мои дорогие, ушло, ушло. Так, еще раз потру. Так что попробуйте. И будет вам счастье. Хочу вытереть насухо, чтобы посмотрели, есть. Сейчас. Ну, я еще и смою, потом покажу. Вот еще, видите? Ой, вот, вот, вот. Тоже побрызгать надо. Он прям на глазах исчезает. А. Что ж в том лаке есть, что так? Ну, говорят, еще можно было спиртом побрызгать. Ну, я не пробовала. Мне нравится вот этот вариант. Поэтому... Так что попробуйте. Говорят, и на обоих также можно отмыть. Фломастер, ручку. Ну, я ведь вы видели, да, я выставляла, как я маркер удаляла тоже лаком для волос. Лак, вот. Обыкновенный лак. Берете самый простой.